В рамках реализации проекта реконструкции дороги по улице Бектанова совместно со специалистами Госрегистра Бишкек Глафархитектуры было организовано комиссионное обследование улицы Бектанова, в ходе которого установлено, что под реконструкцию дороги подпадает 103 объекта. Это те объекты, которые расширили свои земельные участки за счет муниципальной территории и на расширенной территории установили или построили забор, пристройки, гаражи в легких конструкциях и капитальных конструкциях. На сегодняшний день со стороны УЗС выдано уведомление в количестве 66 штук о том, чтобы в течение 10 дней им необходимо освободить муниципальную территорию. После чего со стороны УЗС будут выдано исковое заявление и будем освобождать муниципальные территории в судебном порядке.